Уроки по управлению и конструированию беспилотных летательных аппаратов начались в образовательных учреждениях Владивостока. В начале октября в распоряжение 9 школ поступили комплекты беспилотников отечественной модели «Пионер», которая повсеместно используется для обучения будущих операторов беспилотных летательных аппаратов. Данный беспилотник может выполнять задачи спортивного характера, то есть это рейсинг на них. Этот беспилотник может снимать, производить видеосъемку, проводить видеотрансляции, то есть не только на физический носитель, а также выполнять задачи с помощью нейросетей. То есть определять объекты, искать объекты, возвращаться или же захватывать груз. По словам педагога, к занятиям уже допустили учеников выпускных классов. Ребятам предстояло понять конструкцию беспилотных летательных аппаратов и собрать свой первый беспилотник. Отметим, занятия проходят в оборудованном школьном классе, где установлен специальный сетчатый куб. Благодаря этой зоне учителя и школьники могут быть спокойны не только за свою безопасность, но и за сохранность беспилотника. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.